На радость лыжникам в Березовом лесу в эти выходные сохранилась благоприятная обстановка для лыжни. Снег в лужи не превратился, да и холодно тоже не было. Хотя участникам было чем согреться. Горячий чай и вкусное печенье способствовали поднятию настроения и заряду бодрости. Но, чтобы победить, мало правильного настроя. Необходимы постоянные тренировки. Артем Ценин занимается лыжами уже 3 года. Сказать, что он любит этот вид спорта, не сказать ничего. Он им живет. На соревнованиях молодой человек занял 1-е место в своей возрастной категории. Мои тренировки не напрасны. Я очень рад, что занял 1-е место и буду заниматься дальше этим видом спорта. Наряду с молодежью в открытом первенстве по лыжным гонкам приняли участие ветераны этого вида спорта, которые утверждают, лыжи способствуют улучшению здоровья и воспитывают волю к победе. Закалка организма на свежем воздухе. То есть вот в основном, кто вот бегает на лыжах, как бы вот не болеют. Особенно гриппов. Сейчас у всех грипп, а у нас нет гриппа. Тренироваться любителям лыж было бы удобнее, если бы трасса в Березовом лесу была освещенная. Председатель Федерации лыжных видов спорта Ленинского района Сергей Сиднин уже 15 лет добивается решения этого вопроса. Лыжники в любую погоду выходят, в 4 часа темно, а люди после работы приходят уже по темноте кататься, сами понимаете, может быть, нам помогут как-то с этим. Ну а пока лыжники довольствуются тем, что есть, и продолжают заниматься любимым видом спорта. Юлия Погосян, Алексей Ильин, Владимир Бежонов, Видное ТВ.